На нестандарте штапики пилятся вот на такой пиле. Все вручную. Отмеряется карандашом. По той линейке пилить не получается, так как для того, чтобы распиливать штапик, я использую кусок профиля для его удержания. Вот так втыкаю, держу его. Все безопасно, конечно, вот здесь держу, чтобы руки свои в порядке держать. Если не держать, то она шатается туда-сюда. Ну все. Нестандартную конструкцию, штапики уже подготовил, перейдем к делу. Вот такое окошко получилось. Здесь есть еще второе.
еще могу показать двери, которые делал вчера. Так, это все уберем. Вот штульповая дверь, входная ламинация. Это теплый алюминий 65-й. Тоже штуль. С верхней нахлобучкой.